Ми завжди намагаємося вас дивувати приємними новинами, цікавими темами і, звісно, музикою. Сьогодні у нас п'ятниця не є виключенням. Ми сьогодні будемо з вами знайомитися з новою музичною композицією, яка точно нікого не залишить байдужим. Ти знаєш відчуття, коли ти кращий за всіх, і не дарма. Ми запросили до нашої студії Лізу Костякіну. Це співачка. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви послухали пісню не моє, так попросту сказати, не моє, не оголошити не моє, а скажіть, про що пісня? На самом деле песня о сомнениях, которые бывают в жизни каждого, но в то же время о том, что все, что не делается, делается к лучшему, и всегда что-то хорошее ждет впереди. Коли ми дивилися ось саме прем'єру твоєї пісні, ми говорили про те, що це як невеличкий кліп. І все ж таки... Давай свої відчуття, про що кліп. Ось, як з язика зняв. В цей момент, коли я сиділа, я себе уявляла, що де це так завцівки, виглядаю, направляюся по довгій дорозі, яка невідомо, що мені відкриє. Що тебе надихнуло на створення цієї пісні і що вона викликає у тебе? На самом деле, даже когда я общалась с аранжировщиком, я написала такое сообщение: «Светлая грусть». Вот у меня это что-то такое. И вибачте, але як чомусь якось зараз мурашки з'явилися, «Светлая грусть». Да, потому что разное в жизни случается, да, и я могу сказать, что точно эта песня, она отображает какие-то мои внутренние переживания, так как я являюсь и автором слов, и автором музыки, и это точно... Ого. Да, это кусочек меня, которым я делюсь с людьми, поэтому... Но я также хочу, не хочу говорить именно о каких-то точных моментах, о чем там, какая точная ситуация, потому что для каждого это что-то разное, и я, когда слушаю музыку других артистов, я всегда представляю какие-то свои жизненные моменты, ситуации под их песни, и я очень надеюсь, что слушатели также найдут что-то, то, что у них отзывается в моей песне. От закінчилася кар'єра Open Kids, і вже йде сольна кар'єра. Які плани на майбутнє? Плани на будущее... Глобальные, потому что я только начинаю там... Захватить світ? Ну, почти. Мы будем идти туда потихоньку, маленькими шажочками. Это моя только первая дебютная работа, и дальше ждет очень много разного. И у меня уже есть песни, над которыми я в данный момент работаю, и, честно говоря, уже очень сильно хочется ими поделиться, но сейчас, конечно, нужно это все сделать красивенько до конца, і щоб люди услышали. Дивись, у вас був колектив, зараз розпочинається сольна кар'єра. Я хочу просто зрозуміти твої відчуття, коли ти зрозуміла, що ти вже готова до сольної кар'єри. І що у тебе було на шляху таким, знаєш, як ти переборювала? Можливо, щось здавалося легше. Бо завжди цікаво зрозуміти, з чим зіштовхуються люди. Бо ми ж чуємо композицію, ми бачимо артиста, але ми не розуміємо, що він проживає. На самом деле, після... распада группы прошел где-то год, до того момента, вот как сейчас я выпускаю свои сольные песни, и этот год был очень нужен мне для того, чтобы понять, что я хочу от себя, потому что группа — это все-таки был продюсерский проект, в котором тебя как бы направляют, и в каком-то плане ты делаешь то, что тебе говорят. Когда ты сам, ну, тебе нужно самому придумать, что ты хочешь, это реализовать, и очень это был достаточно сложный период, потому что хотелось, вот, надо вот сейчас все выпустить. У меня на самом деле были песни, которые я хотела выпустить за этот год, до «Песни не мое», но они так и не увидели как бы свет, и вы их не услышали. И я считаю, что это правильное решение, потому что не нужно спешить, нужно дать себе время сформироваться, понять, чего ты хочешь, сделать красивый законченный продукт, и вот начинать тогда, когда готово. Ми їх не почули, і слава Богу, чи ми їх почуємо в майбутнє? Ні, 100% услышите в будущем. А ось про образ. Ти кажеш, що ти сформувалася, зрозуміло, що не потрібно було поспішати. Кожен артист, він відбудовує, там, хтось більш такий драйвовий, хтось більш ліричний. Яка ти? Що ти для себе зрозуміла, яким ти будеш артистом? Я хочу быть искренним артистом. Так как я являюсь автором и слов, и музыки, мне хочется передавать людям эмоции, свои какие-то переживания, делиться этим с ними. Мне не хочется придумывать какой-то там суперобраз, яркий макияж, яркие там одежду, какие-то супер постановки. Мне хочется быть искренне со своим слушателем и делиться своими переживаниями. Ты кажешь, є наступна пісня, вона буде потанцювати під неї чи посидіти поплакати? Я не хочу нічого говорити, но я уверена, що будуть і такі, но на самом деле у мене вже є вот следующая песня, которой я очень хочу уже поделиться.
А можливо, хоча б назву скажеш? Ні, там просто названня, знаєте, такое. Тобто, окей, ми не будемо чіпати. Це не твоє, да. Розумієш? Це не моє. Не так. Твоє, але моє дізнатися про саме написання, ти кажеш слова і музика. Що за чим іде у тебе в творчості? І що для тебе складніше, наприклад? Знаєш, що там десь потрібна підтримка, там, можливо, чиясь думка? Знаете, вот я часто задавалась вопросом, там, и у своих друзей-артистов спрашиваю, что вы первое пишете, там, музыка, слова. Все время по-разному. У меня это как-то выходит в комплексе. Я сажусь за фортепиано и начинаю что-то наигрывать, мне приходят какие-то строчки. Импровизация. Да, и сразу же приходит там и мелодия, и аккорды, и строчки. Все приходит одновременно, вместе. И на самом деле есть моменты, когда вот ты либо же где-то видишь какую-то строчку, либо же кто-то что-то сказал, и ты, это тебя вдохновляет, и ты хочешь придумать под эту песню, написать что-то. Либо же наоборот, ты сидел, просто играл, тебе понравились там прогрессии аккордов, ты думаешь, блин, классная песня получилась бы, надо придумать текст. Но именно с этой композицией все получилось как-то вот так в совокупности сразу. И на самом деле интересный факт, что песня была написана уже достаточно давно, уже, наверное, года полтора назад я придумала припев, и очень долго почему-то мне не шел куплет. Ого. Да, долго не шел куплет. У меня сначала было одно видение, какое-то вот то, что я говорю, какой-то образ или что-то, я старалась себе там что-то придумать, и поэтому оно не шло. И я думаю, блин, зачем я выдумываю велосипед, если я могу просто быть искренней и говорить о том, что меня волнует, о своих переживаниях, и потом в какой-то один момент я села и написала от начала до конца и все куплеты, и первый, и второй, и все оно пришло как-то. А ти кажеш, що ти саменька сидиш, а ти граєш і пишеш. А музична освіта є, чи все ж таки це самоучка десь? Да, я закончила музикальну школу, сейчас я являюсь студенткой Київської музикальної академії музики імені Глієра. А от на твою думку, сучасний артист на сьогоднішній день має мати музичну освіту? Чи це от, ну, можна, знаєш, як дуже часто залетіти в токи, залетіти в реки просто так, ну, тому що, ну, залетів? На самом деле, это путь каждого, и есть люди-артисты, есть люди-музыканты. И каждый как бы выбирает свой путь. Я не хочу осуждать людей, которые там без музыкального образования делают свою музыку. И я тут такая умная пришла, сижу, я тут над сольфеджио сижу на парах там, и все это учу, читаю. Конечно, для меня, мне хочется разбираться в этом, потому что я такой человек, и мне нравится понимать, что я делаю, как я делаю, для чего я это делаю, и мне это интересно, поэтому я выбрала именно такой путь и пошла получать именно вот это вот образование музыкальное. Для других людей, возможно, есть у них какие-то другие принципы, другие там идеалы, то, что они хотят, это другая картинка. Если они хотят... Сейчас можно стать популярным абсолютно без музыкального образования, и есть очень много таких примеров. Тут просто каждый выбирает то, что ему близко. Но главное, чтобы человек, который артист, но который как бы не разбирается в, как бы, в глубинных да, познаниях музыки, чтобы он не говорил, что он там... Музыкант. Что я музыкант, да, я вот все знаю. Если он позиционирует себя как артист, публичное лицо, то это абсолютно нормально. Найпрестижніша, мабуть, пісенна премія – це отримати Євробачення, виграти його. Ось. Я думала, Греммі. Я думаю, в Європі у нас якраз Євробачення, то якщо ти виграєш, ти стаєш суперкрутий, суперпопулярний. Є якісь плани, можливо, на майбутнє? Все ж таки спробувати і поїхати на Євробачення? На самом деле, почему бы и нет? На данный момент я еще не могу говорить точно что-то, что будет, что не будет. Но почему бы и нет? Если в какой-то момент я почувствую, что есть нужная песня, что как бы есть желание, есть возможности, то почему бы и нет? Мне сподобався момент, що ти кажеш, я хочу розібратися в музиці, тобто як це створюється. З якою цілею? Чому? Ти маєш в планах... Створити свою музичну групу чи створити музичну можливість розвивати інших музикантів?
На самом деле для того, чтобы развивать себя, потому что для того, чтобы развивать кого-то, нужно сначала развить себя. И мне только 18 лет, я учусь, я обучаюсь, и я понимаю, я знаю, что я многого не знаю, и поэтому мне не хочется, знаете, вот этот синдром какого-то самозванца, когда ты сидишь, рассказываешь что-то, хотя на самом деле ты в этом не понимаешь и не знаешь. Мне удобнее, когда я разбираюсь, когда я знаю, когда я могу рассказать об этом, быть уверена в том, что я говорю. И на самом деле, просто даже для личного развития и для того, чтобы мое творчество было интересным, было глубоким, было таким, которое хочется мне. Я не говорю, что там вот эти все песни, там они такие легкомысленные, это все очень плохо. Нет, на самом деле это дело каждого, выбор каждого, и на каждую песню есть свой слушатель. Я в этом уверена. Но для моего творчества мне хочется, чтобы это было так, как мне нравится, потому что в каком-то смысле я такая отличница, и мне хочется, чтобы все было красиво, чтобы все было правильно, чтобы все было по полочкам и все так, как нужно. Поэтому я стараюсь как можно больше развиваться в этом. Ти сама зараз працюєш на своїй сольній кар'єрі? Чи тебе є команда, є підтримка? З ким ти працюєш зараз? На самом деле, можно сказать, что почти сама, но вокруг меня есть люди, которые мне помогают, которым я очень благодарна, которые делают это бескорыстно и которые правда верят в меня. Это и включает и мою семью, и людей на стороне, и я им очень за это благодарна, потому что в этом деле, конечно, самостоятельно сложно, потому что ты не можешь и писать музыку, и писать текст, и ездить на студию, это все записывать, и там же еще думать, как выставить эту песню на платформы, там, короче, заниматься всем, и очень классно, когда есть люди, которые помогают. Я очень клип? Вам благодарна. Клип нам чекати? Клип, як клип. З языка. Я хочу на завершення сказати, коли клип, чи буде чи чекати. На самом деле, я не думаю, что стоит снимать прям какой-то клип, пока на эту песню. Но у меня есть в планах идеи визуального характера, которые мы хотели бы осуществить, и я надеюсь, что они скоро, как бы, вы их увидите. Ну, якщо будуть кліп, візуальні ефекти або будь-що, тоді ми будемо чекати у студії. Обов'язково. Хочемо вам нагадати, що у нас в студії була Ліза Костякіна. Дякую. Це прем'єра пісні. Обов'язково послухайте, добавте собі в плейлист. І, як Ангеліна казала, сідайте в машину, їдьте в захід. Але хочеться ще сказати, це прем'єра сольної вже кар'єри, і потрібно звернути вашу увагу ще раз на це. Давайте підтримувати наших гостей, наших музикантів, і ми переконані, що ми будемо і надалі вас добувати у ринковій студії. І знаєте, що там не ваше, нехай буде не ваше, тому що не моє, це теж хорош. А ми ще раз дякуємо за те, що ви переглянули це відео, а ми і надалі будемо дивувати вас інформацією. Для того, щоб завжди отримувати вчасно, не забудьте підписатися, залишити ваш коментар і зробити репост, щоб не загубити цей корисний контент. We'll be right back.